Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о послеродовом периоде и геморрое. Это очень актуальная тема, и многие женщины в послеродовом периоде задаются вопросом, что же делать, как быть и куда бежать. Так вот, во время родов может отмечаться как выпадение внутренних геморроидальных узлов, так и тромбоз наружных. И, как правило, вся эта ситуация сопровождается выраженными болезненными ощущениями. Кроме того, все это осложняется запретами. Сидеть нельзя, тужиться нельзя. А что вообще тогда можно делать? А если во время родов произошел разрыв промежности, либо эпизиотомия, так это вообще кошмар, то есть даже не пошевелиться. При всем при этом в туалет сходить страшно, а в зеркало на тебя смотрит синюшная промежность с непонятными увеличенными геморроидальными узлами. И что же делать? В первую очередь выбрасываем зеркало. Второе, набираемся терпения. Третье. Необходимо регулировать стул, то есть не допускать, чтобы были запоры. Для этого нам отлично помогают такие препараты, как мукофальк, фитомуцил, а также препараты с лактулозой, которые обладают слабительным эффектом. И в-четвертых, используем местную терапию – мази, свечи и, возможно, ванночки. Но необходимо помнить о том, что многие препараты, использование которых противопоказано в период лактации. Нужно понимать, что страшного во всей этой ситуации ничего нет. Необходимо не паниковать и сразу обратиться к проктологу. Как только уходит отек и воспаление, все сразу становится на свои места, и чувство страха пропадает. После того, как ликвидируется тромбоз, восстановится кровоснабжение в перианальной области, вокруг заднего прохода могут остаться кожные складочки. Это и есть наружные геморроидальные узлы, либо их еще называют анальные бахромки. Экстренной ситуации в данном случае нет, поэтому уже если прошел отек и ушло воспаление, это плановая ситуация, которую можно спокойно решить, никуда не торопясь, после того, как окончится период лактации. Здоровья вам и вашим малышам. И да, не забудем проходить ко мне на сайт, где каждую неделю появляется новая, интересная и полезная информация. До скорых встреч!